Всем привет, с вами снова я, и это «Никому не нужный блог». Никому не нужный блог. Вся наша многочисленная редакция долго ломала голову, что же показать вам такого интересного, и мы нашли это. Сегодняшний «Никому не нужный блог» будет посвящен замене катушек зажигания на Toyota Yaris. А все почему? Потому что проблемы с зажиганием никому не нужны. Катушки крутые, японские. Ну и что ж, вся остальная тачка сделана во Франции. Ну кому это понравится? Правильный ответ — никому, потому что это никому не нужный блог. В этом познавательном шапито мне будет помогать мой друг Серега. А почему? А потому что у Сереги есть ключи. Короче, погнали. Е-бой! Здрасте. Серега пригнал, сейчас он покажет нам свой инструмент. Эй, подходит. Процедура очень сложная. Нужно открутить 4. Вот так. Вот так. Четыре десяточки. Они пальцами откручиваются. И пробивает. А? Вам ключ туда не уроните, да? Вот так. Опа. Катушки надо смазать силиконовой смазкой с фторопластом. Катушечку дай, например, подсоединить, а? До щелчка. Не то. Заводи! Работает как триммер для носа мой. Мы же не сняли, как она троила и работала. Давай обратно старые поставим. Зверюга вообще. Это победа. Никому не нужный блог. Подписывайтесь. Будет круто.